Всем добрый день, мы на даче. Сегодня понедельник, и у нас тепло, 15 градусов. И посмотрите, какая красота. Какая красота распустилась. Еще больше примула. А там еще бутонов полно. Это такая, будем говорить, кремовая. Нет, молочная даже. А вот желтенькая. Очень красивая. Очень красивый цвет тоже. Яркий-яркий. А здесь полянка. Здесь у меня посажены 3 куста гортензий метельчатых. А сейчас, смотрите, сейчас примулы радуют. Пока гортензия еще откроет свои листики. Это будет не скоро, конечно. Зато сейчас медуница. Смотрите, какая красоточка хорошая. Там примула. Здесь примулы. Вот. Вот там. Посмотрите, какая. Посмотрите, какая полянка получилась. Мне одна женщина написала комментарий. Ну вот, отцветут они. Весеннее видео она посмотрела. Сейчас пойдем туда. И говорит, ну перецветут вот эти примулы. Вернее, весенние цветы, я так поняла, она имела в виду. И что потом? А потом здесь будет тоже всего много. Посмотрите, какая примула. Желтенькая. Каждая примула сама по себе хороша. То есть нет, я не могу даже сказать, какая лучше. Я уже говорила в том видео, здесь выходит примула Зибальда. Видите, в каком она состоянии сейчас? Там тоже полянка будет из этой примулы Зибальда. А сейчас ранние первоцветы. Уже смотрите, как отцвел. Нет, отцвел подснежник, да. Вот так. Примулы. Здесь у меня очень много всего будет. Мне просто тяжело описывать в комментарии, что у меня здесь будет. Но кто у меня на канале, кто часто смотрит мои ролики летние, те прекрасно понимают, что здесь даже кусочка земли не видно. Да ну, здесь, конечно же, одна хоста будет квадратный метр занимать. Потом здесь у меня 3 куста гортензии метельчатой. Ой, я даже боюсь вспоминать, что здесь. Здесь будут хосты. Потом там будет мак. Там будет флокс. Потом будет еще... Забыла, как называется. Вот этот цвет. Кустик, я вам часто показываю его летом. Там красивый лист. Вот он, как выходит. Это куст, только он листопадный. И, то есть срезается в ноль. А потом... выходит из земли. Кустик я потом напишу. Я, конечно же, вспомню. Нарциссы цветут. Посмотрите. Ну, мы потом подойдем с той стороны, я вам покажу поближе. То есть весенние цветут цветы. И что потом? А потом будет много чего. Здесь вот плетистая роза. Потом лилейник. Вот лилейник куст. Хост я уже сказала. Потом цинерария. Потом... ой, я уже не помню даже, что здесь будет. Перечислять сейчас будет долго все это. Потом там тоже лилейник. Очень много цветов. Я сажаю... я уже в каком-то ролике говорила. Вот эти все весенние цветы. Вот вы видите, да? Вот это хоста. Вот это вся, вот это хоста, видите? А вокруг нее посажено. Начнем оттуда, сверху. Там тюльпаны. Потом были подснежники. Вот нарциссы низенькие. Это будут мускари. Эти все... примулы, они тоже накроются хостой. Гиацинты тоже попадают под хосту. То есть они отцветут и ничего подобного их не... то есть они отцветут и не будут даже портить глаз, потому что хоста их накроет. А гиацинты сами по себе листики очень долго стоят. И, конечно же, нужно, чтобы сажать их лучше под теми растения, которые их будут закрывать. Потому что листья мы не убираем гиацинтов, пока они не потемнеют. То есть пока они, ну, совсем вялыми не станут. А так они очень долго зеленые. Мускари, гиацинты. Вот это все накроется хостой. Здесь тоже, смотрите, здесь синие гиацинты, да?
тоже. Вот здесь у меня где-то хоста. Вот именно что где-то. Где-то вот здесь. То есть гиацинты вот эти вокруг хосты. Хоста рано еще для хосты, поэтому мы ее не видим. Так. Очень все компактно посажено. Ни одного сантиметра нет пустого. И значит, что если даже уйдут весенние цветы, то на смену им придет там наперстянка, потом гортензия, я уже сказала, флоксы подымутся. Аконит вон у меня растет. Вот это аконит. Лилейники начнут цвести. Нет, нет, цветник не бывает пустым. Одни растения сменяют другие. Я вам показала, в каком состоянии уже гиацинты. Ну и пойдемте дальше погуляем. Обойдем этот цветник. Побрызгала бордоской жидкостью розу немножко. И вот, пожалуйста, покрасились гейхеры. Ничего страшного. Давайте пройдем по этой стороне. Вот так проведу вас. Поднялись, как хорошо уже, нарциссы возле яблоньки. А здесь получилось, смотрите, как медуница и примула. Смотрите, выходит из земли брунера. Тоже будет цвести голубенькими цветочками. У брунера очень красивые листья. Вот такого цвета, как этот маленький листик, только они будут очень большие. То есть брунера очень красивый цветок. Красивое растение. Поэтому от весенних цветов не нужно отказываться. Единственное, что если вы приезжаете на дачу после того, как отцветают уже примулы, то, конечно же, вам их сажать не нужно. Если вы до сих пор не приехали на дачу, то, конечно же, первоцветы вам не нужны на даче. Зачем их сажать, если вы их не увидите? Подошли, вот смотрите, подошли мы к низеньким нарциссам. Ну, прям чудо. Красиво. Я говорила уже в том видео, что буду в этом году рассаживать. Здесь у меня у пенька тоже медуница. А вот эти нарциссы еще не распустились. А вот эти уже распустились. Вот. Так вот я обрезала свои гортензии. Там ванила. Пенечек такой стоит. Здесь еще тюльпаны будут. Ну, как-то так. Вот такие листики, это аквилегия с такими листиками. Смотрите, какие здесь листья уже у лука. Здесь под стенкой. И получается, северного ветра стенка закрывает северный ветер. То есть эти луки смотрят на юг. Южная сторона у них открыта, а северная закрыта. Они раньше всего развиваются. Огромезные уже. Это у меня такая полянка из бересклета. Ну вот, совсем не скучно. А если, конечно же, вы приезжаете на дачу в апреле, то вот эти ранние, это ранние примулы, потому что есть поздние, вот такие, как зибальда, она же поздняя примула. Потом там у меня у лавочки, таким рядочком посажено, я вам показываю тоже, каждый год они еще не цветут. Те примулы поздние, а это совсем ранние. Эти примулы совсем ранние. Я уже вам говорила, чем старше куст, тем он больше. Вот, смотрите, вот такой больше шар будет. Видите, какой шарик большой. И здесь тоже. Вот эти кустики, им уже, наверное, по 4 года. Вот этим крупным, круглым кустиком. Такие вот кусты большие. Молоденькая примула, вот. Вот это первогодочка. Эти где-то 2 года, 3 года. Не, ну 2 года этой примули. А это вот первогодочка. Но тоже будет цвести. Там бутонов много будет. Просто сам кустик маленький. Обратите внимание, какая красотка медуница.
здесь у входа тоже такой вид имеет уже гиацинт. И здесь тоже. Это у меня герань. Герань садовая. Так уже отросли хризантемки. Видите, какие они уже. Вот здесь тоже хризантема. Примулы. Прямо у подножия гортензии. Пока гортензии нет, то есть листиков нет, примула цветет. Неплохо. Все-таки нужно, чтобы что-то цвело. Вот. Не что-то, а чтобы цветы какие-то были в саду. Если мы приезжаем рано. У нас дача в Киеве, я уже сказала. И мы приезжаем рано. То есть есть возможность приезжать пораньше. А у кого дача далеко, то, конечно, не наездится еще. У меня знакомые есть. Они еще не ездили на дачу. Поэтому да. Поэтому кто еще не ездил на дачу, то о каких первоцветах можно говорить? Подснежники вообще не стоит сеять. И ранние примулы тоже не стоит. Потому что неделя две, и они уйдут. И пока вы приедете, все отцветет. А работа все равно есть. А забота о них есть. Их нужно рассаживать, пересаживать. Они листики убирать грязные. Ну, то есть это все равно растение. За ним нужно ухаживать. Так, пойдемте покажу. Расцвел уже, еще лучше расцвел морозник. И вот розовый, смотрите, какой уже большой стал. Какие большие цветочки. Кизил уже цветет, смотрите, какой уже красавчик. Прямо солнышко. Пойдемте покажу бутоны на... У меня такой большой куст магонии, не могу вам нормально его показать. Впереди получается куст смородины, а там деревья с двух сторон. Не знаю, с какого ракурса лучше показывать. Ну вот, смотрите, какие бутоны. Как шикарно она будет цвести. Ну, она каждый год так хорошо цветет. И очень хорошо пахнет. Вечно зеленое растение. Это я вам показываю только начало. А потом будет очень красиво. Вот такое огромное. Огромное растение. Его можно формировать, конечно. Но мне здесь нормально. У меня там это забор. Получается, она у меня растет под забором. И никому не мешает, потому что у соседей там туалет. Вот. Мне хорошо, и им не мешает. Все нормально. Начинает цвести уже арабис. Ну, начинает это, так сказать, сильно сказано, да? Потому что он как начинает, так он будет белый ковер здесь, как я говорю, белая волна. А это только начало. Первые цветочки. Арабис будет цвести больше месяца. Ну, в крайнем случае, так каждый год. Ну, кто его знает, год на год не приходится, но никогда не подводил. Арабис никогда не подводит. Здесь у меня еще ничего такого. Я еще, в принципе, никаких работ не веду. То есть не копаю, не сажаю. Холодно. Земля холодная. Хожу только, обрываю листики старые вот на наперстянке обрезала все листья, которые лежали на земле. Они уже коричневеть стали, то есть они отмирают. Убрала. Сразу по-другому смотрится наперстянка. Потом здесь таких работ не делаю. То есть плоскорез Фокина, сапу, никакую лопаточку. Ну, лопатку разве что можно. Что делать лопаткой? Это ходить и выковыривать какие-то сорняки, если вы видите. А так мы не рыхлим, потому что я уже проговаривала, я уже говорила вам, что я не рыхлю в такое раннее время. Там могут еще идти цветы. Вот здесь у меня вроде бы как все, кустики есть, но у меня здесь лилии еще есть. Платикодон не вышел. Потом не вышел еще пасконник, сидит еще в земле. Много цветов, ну как много, много, да, которых я не вижу, поэтому я ничего не рыхлю. Так только хожу, обрываю листики старые, ну чистим, все чистим. Там еще не почистила лилию, можно почистить. Здесь то же самое. То же самое. Здесь у меня лилии вот где-то здесь будут. Вот здесь лиатрис.
Вот это, по-моему, палочки, это лиатрис должен быть. Тоже он не остается в зиму совсем, видите, ничего нет. Поэтому даже лишний раз я здесь не топчусь. Не захожу лишний раз в грядку.